Так, ну что, друзья, доброе утро всем. Привет. Сейчас мы с Фирасом, наше утро начинается с того, что мы едем к стоматологу. Да. Перед школой у нас есть время, и мы будем лечить Фирасу зубик. Вот, девочки остались дома. Настя в школу не пошла, так как она опять себя плохо чувствует. Да, мы, как обычно, опаздываем. Вот, и сейчас вам все покажем. Да нет, иди. Первый раз, что ли, зубы лечишь. Доброе утро. Так. Фирас спрашивает, это больно? Заморозил зубы, вообще ничего не больше. Поэтому готовься. Это пломбирует. Да. Да, запломбирует зубик тебе. Будем лечить постоянный зубик Фирасу. У него сбоку есть дырочка, и будем чистить фиссуры ему. Сначала пробуем без анестезии. Наш лечащий доктор Юлия Ивановна. Она уже Диане все зубы перелечила. Сейчас Фираса очередь. Нам надо сначала зубки подлечить, а потом будем брекеты ставить. Пока Фирас лечит зубы, мама наслаждается пейзажами. Вид из окна такой красивый. А то, что зубы почистили, сейчас уже пломбируем. Закрываем дырочки наши. Так, ну что, уже зубик подлечили, сейчас мы равняем все и заканчиваем. Ну как, комфортно, что чувствуешь? Ну, так это не нормально. Давай. Сейчас уже не выше других, ложись. Все, молодец. До следующего четверга будем следующий зуб приводить в порядок. Все, до свидания, спасибо. До свидания. Ну как, молодец. Ты сегодня герой, без анестезии делал, подлечили зубик. Молодец. Умничка. Мы уже дома, очень приятно пришли, девчонки нас удивили, сделали порядок, постельки убрали, все убрали, порядок, даже стол Дианочка помыла. Вот, покушала и убралась за собой. И, короче, очень довольна тем, что уже наконец-то подлечили Фирасу зубик, потому что лечить их надо, а в этой клинике нам очень нравится, потому что реально... доктора, профессионалы своего дела и делают все качественно, щепетильно, да, очень все, ну, реально молодцы, поэтому, ну что, в следующий четверг мы идем лечить еще один зуб, а мы будем с вами пока прощаться, ждите новое видео, всем пока-пока!